Всем привет, друзья и гости моего канала. Сегодня у меня будет пересадка вот таких двух красавчиков. Первый — это филодендрон с магазина «Пятерочка». Никаких опознавательных знаков нет, но мы его узнали. Это фил Сильвер Квин. Такой вот красавчик. Новый лист раскручивает, поврежденный. Был залив. Сухой кончик я оторвала. Вот такие вот листы красивые, с остальным. Не налетом, а расцветка стальная. В принципе, хороший цветочек. И второй — фикус эластик Тенеки. Довольно-таки крупный экземпляр. И сегодня мы вместе с вами их пересадим в красивые домашние горшочки и вкусный грунт. Грунт я сделала для этих двух растений не очень жирный. Основа, как всегда, у меня грунт — это лесной грунт. Сюда я посажу филодендрон. Вот такого объема, побольше горшочек взяла чуть-чуть. Плюс там мой любимый дренаж, пенопласт. Так, про грунт. Основа состоит из жирного, богатого грунта лесного. Его 30%. Вот так вот. Потом идет верховой торф. 30%. И наполнители. Вот у меня есть кусочки. Вот такие вот кусочки угля. Потом, значит, этот перлит, вермикулит в разных пропорциях. Ну, приступим. Сейчас вытряхнем цветочек из магазинного грунта.
Я посмотрю, есть ли тут стаканчик или мешочек, который был при посадке. Надо его удалять. Садовник сажает иногда с пакетиком, с мешочком. Нету ничего вроде. Не хочется сильно тормошить. Вроде нет ничего. Нет, тут корни, я думала. Такое ощущение, что-то есть. Вроде нету. Вот такое тут твердое. Нету ничего. Нету. Просто там такой комок изначально. Так, вот маленько я потормошила. Вроде бы грунт не очень грустный. Тут и перлитик присутствует. Так, листики засыпала в пазухи. Нам не надо, чтобы грунт свалился. Вот так вот я его маленько почищу. Так, и теперь посадим домашний грунт. Бау! Какая я молодец! Никто не похвалит. Тогда я сама себя похвалю. Отлично выбран горшочек. Ну и теперь просто засыпаем. Серебро такое будет у меня теперь расти. Тыкать палкой я не буду. Я просто пальчиками нежно, аккуратно придавлю. Ну, придавлю, это, конечно, тоже слово будет грубоватое. Все равно пальцами все равно чувствуешь, где корни, где куда сунуть, тыкнуть. Вот здесь глубоко и пусто. А вот потыкай палкой. Ой, я вообще не могу. Смотреть на такие посадки-пересадки. Честное слово. Ой, не может она в грунте ковыряться. Не может она пересадки сажать без помощи палки. Ковырялки. Получается, в грунте она может ковыряться. Так. Где у меня подписулька? Так. Так, смотрите, как он хорошо стоит. Вот еще чуть-чуть подсыплю. Я, конечно, ему поставлю опорку. Пока так.
Видео зацеплять не буду, потом зацеплю. Не так, вот так, вот так. Вот, пока так. За кадром я его зацеплю хорошо. Так, теперь у нас на очереди фикусёныш. Так, это мы. Вот такой фикусёныш. Ну, что мы тут имеем? Мы имеем с продажи вот такой черный поврежденный кусочек листа. Будем учитывать то, что фикус варигантный. Варигантность на молоденьких листиках салатовая, на взрослых листиках молочная и белая. Повреждение у таких растений вот такая, именно вот такая, в первую очередь свидетельствует о том, что у нас растение заливается. Варигантные растения следует поливать очень редко, тем более крупнолистовые фикусы. Ну, тут еще помимо того, вот этого вот повреждения, то, что был неправильный полив, это понятно, что никто за поливом следить не будет. У нас еще тут вот есть на более таком не очень старом листе такие повреждения, ну, как сказать вам, обломлен листик, и листик вот как будто он переломлен. Но это ничего страшного, обрастет. И вот этот вот лист тоже хочет, уже хотел, вот, хотел чернеть от заливов. Ну ладно, это такой совет, что крупнолистовые фикусы нельзя часто поливать, а варигантные тем более. Этот фикус я пересажу вот в такой горшочек, чуть-чуть побольше. Туда я уже тоже добавила мой любимый перлит. Освобождаем от грунта. Так. Да, кстати, кто у нас тут? Садовник. Москва. Москва. Дальше не вижу. Вижу Москва. Хорошего. Мне некие какие-то, не могу понять. Москва. Хорошевская улица, 3. Ну, короче, местные растения, можно сказать. И вот обращаю внимание, грунт, конечно, торф. Но торф с перлитом. И есть... Вот тут внизу есть какая-то добавка грунта. Процент не знаю, конечно, не могу сказать. Но не очень такой грунт страшный. И хоть за это спасибо, да? Маленько обсыпем грунт. Надо проверить, есть ли тут стаканчик, мешочек. Я думаю, московских нету никаких таких вот. Это что такое торчит? Это что такое? А, ну вот это
из грунта этот, ну, какая-то часть крупного ствола дерева, что ли, вот оно разложилось, торчало тут. Так. А, есть мешочек, есть мешочек. Нашла я мешочек. Вот он. Ну, совсем как тоненький такой вот вообще. Еще бы месяц, и он бы разложился сам. Но я его уберу. Вот, как паутинка. Видно, нет вам? Паутинка. Давай, я уберу его. Так. Вот кончик нашла. У Фила не было ничего. Вот она какая. Пушистая и прозрачная. Но я ее все равно уберу. Она нам тут не нужна. Ну все, в принципе. Не вижу препятствий для посадки и для дальнейшего роста. Вот с изнанки как листик поврежден. Ну все, прекрасно. Так, это мы убираем. Покрываем дренаж грунтом. Так. И сажаем растение. Надо же. И это прекрасно вошло. Входит и выходит. Прям глаза у нас. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. И просто засыпаем. Да, кстати, я их купила давно, с месяц назад. Они у меня все обработанные были. Они уже у меня постояли. Я за ними наблюдала. Ничего у них плохого не происходило, листики не повреждались, чувствуют они себя хорошо. Так что сегодня я их пересаживаю не сразу после покупки, не надо мне писать про обработки и все остальное. Ой, что-то криво, да? Ну-ка, да, криво. Теперь с этой стороны криво. Вот. Эти два растения я сегодня, сейчас поливать не буду. И завтра поливать не буду. Потому что грунт имеет свою процентность влажности. Процент влажности примерно процентов 25%. У нас отопление еще не дали. Ну, где-то примерно завтра-послезавтра он высохнуть не сможет. У нас не жарко в квартире. Прохладно. Я в теплых штанах, если что. Вот. И, ну, я думаю, так дней через 5-6 этот грунт
высохнет, только тогда я полью. Вот такие два красавчика у меня получились. Ой, не входят. Никак не входят. Поднимем тогда камеру чуть-чуть. Так, забыла подписульку. Так, эластик Тенеки. Вот. Будет расти, развиваться. Этот листик поврежден, отломлен, переломлен весь. Этот от залива страдает. Это тоже хотел пострадать от залива. Но я наблюдаю за ним уже месяц. Дальше не расходятся вот эти вот повреждения от перелива. Так, и вот такой красавчик у нас филодендрон. Серебристый Silver Queen. Спасибо всем за внимание, за принятие участия и помощь мне в пересадках. Спасибо всем за классы. Всем красивых пушистых цветочков. Пока-пока!